Ну, я думаю, это как раз тот случай, когда просто соперник был сильнее. Вот и все. И мастер Вити, и увереннее, и старше. Как раз тот случай, когда я не могу, в принципе, по самоотдаче, даже и по организации игры никому здесь предъявить претензий. Соперник сегодня оказался просто сильнее. Вот и все. Возможно, после того, как во втором тайме мы немножко перехватили, во втором тайме игру выровняли, даже мы играли с преимуществом и забили гол 2-1. Возможно, смогли бы игру вытащить. Вот этот третий гол курьезный, конечно, не курьезный, а ошибка нашего вратаря. И после этого игра, конечно, закончилась.